Всем приветик! Сегодня 20 июня. Немного новостей цветочных. Цветут у меня пеларгония, пару сортов. Вот такая красная сортовая пеларгошка. У нас прохладненько, похолодало. Холодный циклон пришел. Всю неделю будет такая погода. Дождик моросит сейчас. Вон там видно на асфальте. Вот два цветоноса. Пышненько так цветет. Ну, не особо, конечно, пышненько. Бывает еще пышнее, если больше цветоносов будет. Хотя тоже так нормально, не жидко. Цветет моя пеларгония Пак Вива Моделина сортовая. Тоже такая красоточка. Бело-розовая. Сейчас более белая получилась. Когда солнце ей больше, то оттенка розового очень много присутствует. Вся в цвету. Я убрала еще один цветонос, уже высох. Листочков практически нет. Всегда у этого сорта так у меня. Но зато цветоносов очень много, и не все выдерживают, некоторые сохнут, и не все распускаются. Вот такая красотища. Полумахровые цветочки у нее. Зацветает у меня фуксия. Очень много бутончиков. Раскрывается уже. Какие еще новости? Вчера обнаружила, что у монстерки борзига варигатный листик раскрывается с прорезью. Первый лист с прорезью. Это у меня молодой экземплярчик этой монстерки. И вот у нас наконец-то первый листочек резной будет. Красотища. По-моему, по счету пятый лист. Если я не ошибаюсь, вчера посчитала. Вот. Такая у меня радость сегодня. Распускаются абутилон Белоснежка. Два бутончика пока только. Еще до конца не распустился, поэтому цветочек желтый. А так он будет побольше размером и прям такой белый, белоснежный. Когда только-только начинает он распускаться, он обычно желтого оттенка. Бегонии мои клубневые просто обалденные. Пока не цветут. Наверное, не хватает солнышка. Но листья — это просто шедевр. У меня их три сорта. Три расцветки. И листья у всех просто обалденные, крупнющие. Вон тут тоже вчера наверх занесла, потому что уже здесь вот так вот на подвесе они низко получаются. Головы мы достаем и можем их повредить. Такая у меня обалденная сеткриазия пурпурная варигатная. Просто чудо тоже. Такая красота!
Возвращаюсь к бегониям. Хочу вам показать размер листьев. Линейка моя 25 сантиметров. Как бы взять одной рукой, не особо удобно сейчас. Ровно вот эта линейка ложится на лист. 25 сантиметров. Представляете? Я в шоке. У меня впервые такие бегонии. Они клубневые, я покупала в этом году. Не все, конечно, 25 сантиметров, но вот это вот, допустим, примерно 23-24. Ну, они очень крупные, очень, все листья. Даже видео не передает, как обычно, вживую они намного крупнее смотрятся. И такие красивые, цветов даже не надо. Цветы у них будут махровые, тоже огромные, практически с кулак. Но пока цветочков нету, я жду, не дождусь. Но солнышко, мне кажется, немного не хватает им. Они у меня проснулись поздно. Наверное, в середине мая, может быть, только к июню ближе. И хотя, вообще-то, уже так листву хорошо набрали. Вот это красное. Должна быть такие сочные, такие здоровые. Вот это желтое. Да, вроде это желтое, а та белая. Или наоборот, та белая, это желтая. А вот это точно красная, 100%. Нет, вот это желтая вроде точно вспомнила. Желтая. Со штрихами немножко у нее, с черными листочки. А вот той чисто зеленые, такие красивые. Тоже 25 сантиметров мерила вот этот лист, очень крупный. Просто не могу налюбоваться и захотелось вам тоже показать. Никогда не думала, что бывают такие классные крупные бегонии. Что их листья дорастают до такого размера. Это просто уму непостижимо. Вживую посмотреть на этот лист, он просто гигантище. Разрастается у меня Хойя Локи. Зацветает. Цветоносики. Тоже сейчас пасмурно. И мне кажется, не хватает ей солнышко. Когда солнышко больше, она прям так активненько растет. Цветоносы гонит. Но я думаю, что все исправится. Все-таки лето. И на следующей неделе у нас уже с выходных обещают потепление. Вот такая красота у меня в спальне на стеллаже. Это Хойка мультифлора. Два цветоноса. Один уже раскрылся. И второй на подходе. Буду скоро наслаждаться этой красотой, смотреть на эти раскрывшиеся цветочки. Такая небольшая она у меня, но решила меня порадовать, зацвести. Цветут спатифилумы в комнате. Такой огромный спатифилум. Два цветочка уже цветают, зелененькие становятся. И большой тоже свит сильвио сорт. Тоже цветет огромный цветок. Один уже отцвел. Вот такой вот цветочек. Он, наверное, сантиметров 15, тоже крупный. На этом буду заканчивать обзор свой цветочных новостей. Всем желаю хорошего настроения, здоровья, счастья, любви. И до новых встреч. Пока-пока.